Мир вашему дому. Сегодня православные отмечают Константинов день. По церковному календарю чтут память 42 мучеников Константина и других мучеников из города Амарея. Празднуют также три иконы Божьей Матери. Благодатное небо, Пентаковское и Шестаковское. Поздравляем всех, кто родился в этот день. Желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память ушедшим в мир иной.